Заседание Республиканской комиссии по формированию перечня лиц, принимавших участие в боевых действиях, прошло под руководством зампреда правительства Абдурахмана Махмудова. Он отметил необходимость тщательной проверки документов и предложил перестроить работу комиссии, сделать ее более прозрачной и открытой. Напомню, ветеранами признаются те, кто получил госнаграды за участие в военных действиях, а также те, кто получил ранения. На встрече члены комиссии проголосовали за 4 претендентов. Решение о выдаче удостоверений ветеранов боевых действий примет правительство региона.